Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по налогу на прибыль при прощении долга. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик, который находился в процедуре банкротства, заключил мировое соглашение, на основании которого ему прощался долг. И возник вопрос, какие налоговые последствия в связи с этим возникают. Рассматривая эту ситуацию, во-первых, Минфин обращает внимание, что организации, которые находятся в процедуре банкротства, признаются налогоплательщиками налога на прибыль на общих основаниях. Далее отмечается, что в случае списания кредиторской задолженности на основании мирового соглашения налогоплательщик-должник должен отразить в составе внереализационных доходов сумму списанной кредиторской задолженности. Ну и на основании таких подходов Минфин делает общий вывод о том, что налогоплательщик, который заключает мировое соглашение в рамках процедуры банкротства, должен сумму списанной кредиторской задолженности отразить во внереализационных доходах. Таким образом, налогоплательщикам, которые сталкиваются со схожей ситуацией, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.